Путь консультанта. Соответственно, все мы, ну, надеюсь, многие из нас закончили какое-то профессиональное учреждение, либо институт, либо среднеспециальное. Ну и дальше у нас пошла наверх. Это, значит, путь рабочего. Рабочий, бригадир, да, мастер ремонтной смены. Если среднего специального не хватает, получились, стал инженером. Инженер, значит, проявился, стал руководителем подразделения, ну и потом предприятия. Главный специалист, главный инженер, генеральный директор какого-то производственного предприятия. Я не стал рисовать там министерство, да, ну, так сказать. Что в консалтинге, да? Ну, по нашей теме, такая вот вниз идет такая, ну, вниз она, в смысле, просто по направлению вниз на слайде. Самая простая профессия, которая на наших проектах есть, ну, у нас и когда мы реализуем проекты, оператор. То есть, когда дают паспорт на нас, то же самое, да, и вот сиди, переписывай на него, значит, марку, модель, атрибуты. Понятно, да? То есть, мы в этом моменте пересекаемся с предприятием, с производством, с какими-то рабочими или там мастерами, может быть, даже ИТР, которые нам эти данные предоставляют. Следующий уровень – это так называемый у нас есть специалист-нормировщик. Опять-таки, по теме ремонтов, я думаю, что вы понимаете, что отнормировать операцию ПТО по ремонту, ну, должен какой-то, так сказать, понятливый специалист, который уже имеет опыт, который понимает, какое оборудование, имеет опыт таких проектов. Такие, значит, у нас сейчас есть работы, когда мы за заказчика делаем нормативы. То есть такая дикая немножко ситуация, когда механики не знают, как ремонтируют оборудование. То есть они знают, но воспроизвести это в виде таблички, что он делает сначала, сколько времени уходит, сколько, значит, запчастей он тратит и сколько трудоемкость, целая проблема. Поэтому в этом моменте мы пересекаемся. Ну и дальше проекты, которые требуют, или задачи, которые требуют уровень консультанта. То есть когда человек уже начинает заниматься более сложными задачками, методики пишет, процессы рисует, это у нас называется консультанты. Дальше уровень экспертов. Ну, продвинутый консультант, который еще умеет литературу читать, анализировать. Ну и дальше у нас идет в нашей иерархии консалтинга, это руководитель проекта, либо направления, то есть человек, который умеет руководить экспертами и консультантами. И самое главное, взаимодействует с заказчиком в плане плана проекта. Вот там нарисован такой план. От консультанта всегда ждут выполнения задач в срок. То есть мы же внешние люди, поэтому от нас ждут, что за деньги мы сделаем это вовремя. Ну и последний, руководитель компании, соответственно, можно стать руководителем консалтинговой компании. Не советую, потому что много проблем, а зарплата та же. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР. Управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM». Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO «Простоев нет». Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях.
Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!